Salam dostlar. Far Cry 4 bölüm 30. Radyo Gizbəsərin köməyinə gedib çatacaq. Gedək görə Radyo Gizbəsər bizdən nə istəyir. Onun missiyalarını bugün keçəcəyik. Missiyalar gedib bir dənə onun üzünü görəcəyik. Bir daha görməyəcəyik mən bilən. Bizə missiyalar verəcək. Falan yerdə propagandalar, Pagan adamlar, radyo yer qurublar. Onlar mənə manisi görədilər. Onları gedib təmizləmək, öldürmək, bla 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 bla. Nə isə belə bir tema. Okey, düşək. Allah. Aşağı. Allah. Canavarları da öldürdü ki bizi rahat bıraksın. Aşağıda eve girmemiştim. Kutu var, onu aşağı. Gənimətdir. Okey. Girək, radio gizbəsənin yanına girək. Mən özüm gizbəsə deyirəm. İranlıdır. И поэтому, дорогие любимые братья и сёстры в Акирате, никогда не ешьте кировский крабовый рангун. Baxın. С вами... Офигеть, Джайгейл. Ага, Джайгейл. Ну вообще. Слушай, дай я пожму тебе руку. Ага, я следил за тобой, ты делаешь очень хорошее дело. Значит, ты парень с радио. И радио наша башкара пиздец. Голос свободного Кирата. Азат Ирана. Радио Ирана. Азат Кирата сэси. Слова. И как говорят, перо острее меча. Короче говоря, я как Раш Лимба, но с душой и совестью. И чем больше людей я отвращу от Пейгана, тем меньше ты убьешь. С этим не поспоришь. Но я-то сам могу не так много. Я несу правду и обличаю лжецов. Но кто-то должен испачкать руки. Вот глянь, например, на Чету. Он по жизни грязный. Чету, вот Чету, он же Чету, он наш радио. Пистолеты у нас только водяные, кстати. Радищики, мирные люди, понимаешь? А для борьбы со злом нужны бицепсы и что-то там еще. Ты срывал плакаты с пропагандой, это здорово, но пейганская машина пропаганды в ответ набрала обороты. Его люди устраивают временные центры для этого конвейера лжи и круглыми сутками гонят бредятину Мина. Какой у нас план? Видишь это? Я все сам собрал. Думаешь, что-то хоть чем-то мне помог? Да куда там? Сидел, слюни пускал. Толку от этого чувака ноль. Я прослушивал радиочастоты армии короля и нашел один из центров пропаганды. И мне нужно вывести его из строя. Сердца и умы, Аджай. Умы и сердца. Нельзя позволять Пейгану лить это дерьмо людям в уши. И что? Это остановит пропаганду? Нет, конечно нет, но не парься. Я смогу выслеживать новые центры пропаганды по мере их появления и говорить об этом тебе. А ты будешь делать то, что умеешь, надирать задницы этим засранцам. Окей. Разнеси первый центр. Вот, блин, эфир. Ну, спасибо, что пришел. Че, ты сделай чаю? Да, быстро, твою ж мать. Да, это не отель, но мы делаем, что можем. Жарко? Кондёр включить? Че-то, а ну, вруби кондёр. Да, прости, здесь и правда жарковато. Прям Гуантанамо какой-то. Ну, рад встрече. Эй, мы снова с вами. Это радио Свободный Кират, и я Раби Рейрана. У нас есть несколько вопросов от слушателей. Вот, например, вопрос от Джанины. Привет. Радио Гизбесер, Беледия. Bu bölümün adına, bölüm 30 Radio Gizbəsərə kömək. Belə qoyacam, baxarsın. Radio Gizbəsərə kömək. Okey, Radio Gizbəsər bizə missiya verir. Fərdədə baxaq. Okey, buradadır. Orada yaxın getmək üçün bir sıra bir missiyanı eləyək. Gedək Gizbəsərə köməklik eləyək. Gizbəsər deyir ki, yəni Peyqan adamları radio yerlər qurdular. Onlar mənim işimə manisilik törədirlər. Onları aradan çıxarmaq lazımdır, məhv eləmək lazımdır ki, mən işimi rahat görüm. Yəni, mən əsl qısa bir formatda necə açılığı zaten verdim. Yəni, çox orada gözü çox sərəngli, çox danışır. Düzdü, okey. Ha, qapı hana? Ha, qapıdan çıxaq. Gedək, gizləsərə köməkliyi eləyək. Mənə bax, bu lazımdır, vəhşi zəngalar. 185 metr, okey, getdik. Раби Рейрана на радио Свободный Кират вещает вам истину. Хочу поговорить с вами про Тарун Матару. Сейчас объясню ситуацию. Сабал поставил все на эту девочку, Бхадру. Знаете, а не многовато ли ответственности для подруги? Окей.
Нам ничего не нужно. Окей. Защищайте компьютеры, пусть даже ценой своей жизни. Нам нужны эти файлы. Ага. Öldün bala. Okey, salam. Sen de götüre. Твою мать! Убийца следов не оставил. Это не просто компьютеры. Это семя победы мина. Ала. Нет. Ала. Дарылдын. Окей. Не вижу ни единиц. Тарум. Тарум матана. Attık oradan ki oradan gelen yine burada oradan gelen buradan gelen sonra buradan gelen süper buradan gelen de talihi hall olsun mina geçen buradan gelen de atak talihi hall olsun içeride atırıq ki gəlib də gəlib boş gəlib. Burada da partlasın. Yəni mən bunu artıq nə edə bilərəm? Canlarım mənim. Okay. Эй, есть тут кто? Выходи!
Bir tane gel. Ахтадыр, конкретно. Найдите, кто это сделал! Сейчас стыч. Сейчас стыч. Ага, сейчас. Раскромсаю! Окей. Пожар не потуши! Выпотрошу! Geldi bura. Geçenç. Baba bu ne istiyor bende? Parta. Oy oy oy. Güzel güzel. Su. Kırıldım. Ele geçirdin. Yani darmadağın ediyorlar radyoyu. Stansiyaların, radyoların. Konkret ilk gününe koydum. Biz de minalarımızı götürürük. Düzü minalarımızı götürürük. Minalarımızı götürürük. Götürdük minalarımızı. İndi için ne inirik? Tek. Neyse, bir tane yeri götürdük. Bir damcı yaklaştı. Okey. O biri yer hardadır? Bir, aha, o biri yer buradadır. Gedirik ora, bıstıra bilmiş şeydi ya. Bu nedir? Çeto onda, çeto dedi. Çeto özünü göstermedi bize. Radyo yerine gidelim. Buranı da mənfermek lazım. Okey. Çözüldük. 409 metri. Layın artan. Üç yüz metrimiz kalıp. Üç yüz metr. Aha görürük. Artık görürük hündürden. Görürük yakınlaşırıq ora.
Az qala 100 metrimiz qaldı artıq. Aha. Ой, ой, ой. С пропагандой не должны пострадать. А чё, гори. Салам. Кошач. Ага. Коша, сакчилиги. Кошач. Защищайте компьютеры любой ценой. Ага. Слово Пейгана Мина. Мать вашу, все убиты! Что теперь будет? Компьютеры выглядят неказисто, но я наша правда. Окей. Этот убийца мне нужен сейчас! Мать его! Артасон, шарафсис. Окей. Заплатит. И проценты. Ага. Чанда. Яхшио. Qalxdıq ayağa. Deməli 9. Əsasən nədir? Yenə bura. Düzdür. Yenə bura. Düzdür. Обыскать все! Ясно! Пора! Тебя! Ты тоже! Брус!
Убить гада! Убить! Окей. Это наш шанс! Әлек кесіп. Дарма-дарын ет. Гөзәл. Радио гиз бәсәрі де бір әне кемәлі, ikinci кемәліміз олды жи. Все. Бір де минамызы götürәк. Радио гиз бәсәр. Ятып қақсын бұ айласын. Бірі де Атышма харда гидер, дөйсе. Погоди, стой! Ты подох! Погоди, стой! Проклинь на край! Ты не даешь лжи Пейгана распространяться. Мы все должны следовать твоему примеру. Извини, мы можем поговорить? Альберто, он отмечает. Спасибо. Альберто, ты наш облеж. Если бы не ты... Аджай, я вычислил еще один центр пропаганды. Так что давай делай, что ты там обычно делаешь. Порви их. Окей. Кашян, я на координат верди. Билишь, за бөлміз анзак Ирвин, радио... Рейван ад, не он айтты. Задница бреет, наверное. И белье, небось, по трое суток не меняешь. Ну, некогда. Занятой человек, я все понимаю. Окей. Növbəti propaganda yerimiz hardadır? Hardadır? Görmürəm axı elə bir. Bu tərəfdə görmədim, yəqin bəlkə burdadır. Burda tutsa heç bir şey. Aha, burdadır. Burdadır, gözəl. Getdik, yoram. Biz danışırdıq, sözün yarımsı kəsdim, ebi yox. Так здорово, что ты здесь. Вроде мы уже напоследок. Gittik. Слава золотому пути! Режиму Пейгана в коне! Yek. Okey. 90 min almış. Namaste. Namaste kardeş, namaste. Kalktı.
Хо-хо-хо-хо. Yaxınlaşırıq, bir orada, iki orada, üç orada. Üç nəfər, dörd nəfər. Bir, iki, üç, dörd. Beş. Altı. Salam, arkadan gelirim, haberim yoktu. Allah'ım öl geber. Sen gelmemişsin öl. Güzel, Allah. Onu da ələ keçirdik.
Yani dağıttık daha doğrusu. Bütün sefer ele kesiştireyim sonra girem dağıttık. Vso. Bu da böyle. Okey. Doksan mı ya? Süper. Kaşınç, beğendim. Okey. Növbəti propaganda yeri buradadır. Başqa artıza var. Mən gözümə dəymir. Bir dənə gördüyüm oradır. Ona görə də inirik. Gedirik bura ki, ora yaxşı yaxınlaşaq, ora yaxınlaşaq konkret. Okey. Silah alırıq. Onu almaq istəyirəm. Bunun yerinə düşür. Aldım. Patron yerini də alaq. Ataq əlimiz zilanları. Hamısını zatmayaq. Çıxaq. Kapı. Нет, правда, я знаю, ты носишься по всему Керату. Задница преет, наверное. И белье, небось, по трое суток не меняешь. Ну, некогда. Занятой человек, я все понимаю. Блин, боюсь представить, что там у тебя в промежности творится. Нет, я серьезно. Небось, чешется все так, что на стенку лезешь, да? А чистая промежность — это очень важно для борьбы со злом. Окей, геттич. Ну, прости, друг. Ну, ты пойми, ты же не чужой. Я переживаю. Какой еду ты ешь, какой бумагой задницу вытираешь. Это важно, чувак. Так, ну, закрой тему. Удачи там. Удачи тебе с пропагандой. Okey. 90 min, mənə də bu lazımdır. Binək. Getdik. Oy zibi. Ay zibi, dəyə gedirəm. Yox. Aha, gördüm. Qışqanı gördüm. Yaxınlaşırıq. Yaxınlaşırıq. Kimimiz var?
Ага. Deməli, deməli, yuxarıdan getməliyik. Üzü. Qalxaq, mənə yuxarı qalxmaq lazımdır. Yuxarıdan gedək ki, yuxarıdan qıra-qıra gələk. Sakit, səssizcə götürə-götürə gələk. Bizi. Aha. Qəşəng, gəl bura, gəl bura, gəl bura. Gəl bura. Gəl bura. Наша задача – донести до народа волю короля. Ну, не стоит все принимать так близко к сердцу. Orada kimse var, orada kimse var. Aha. Başka kim var? Люди должны это слышать. Ala. Necə idi? Janiko. Deməli. Bir dənə bura. Sonra. Bir dənə bura. Bir dənə bura. Hara idi, bura idi. Okey. Yan bura. Sonra harda var? 9-u basırıq və partladırıq. Yəni birinci bu. Bom! Partladı. Sonra o. Sonra o. Sonra. Окей. Алло.
Kaşın, arkadan yakınlaşak sana da. Allah. Allah, 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 öl yine. Allah. Allah. Kaşın. Yaşı, buranı da dağıttık. Dördüncü propagandayı da dağıttık. Друзья, с нами Аджай Гейл. Он только что разгромил последний центр пропаганды Мина. Ага. Это прямое включение. Аджай. Стоп. Мы в прямом эфире? Совершенно верно. Canlı yayıncı efirdeyik. Danış, deyir, eşitirəm. Qulaq asanlara nə demək istəyirsiniz? Salam. Okey, düşmüş. Oy, 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 oy. Allah. Yaşar. Səni həll elədik. Səni də həll eləyək. Axırıncı propaganda yeri idi. Radio gizbəsərin dediyinə görə. Bir dənə baxaq. Onun dediyinə görə yəni. Görünür deyəsən düz deyir. Axırıncı propaganda idi. Aha. Baxaq burada qalmayım yəni sə. Okey. Düz deyir. Görünür düz deyir. Axırıncı propaganda idi. Onu da keçdik. Deməli belə. Bu bölümü də radio gizbəsərə həvalə elədim. Yelimi də bölümü yekunlaşdıraq. Komentlər yazın, şərhlər yazın, videoları bəyənin, paylaşın maksimum dərəcədə sosial şəbəkələrdə, hansılarda ki varsınız. Ən əsası isə ən əsası kanala abunə olmağı unutmayın. Kanala abunə olmağı unutmayın. Ən əsası konkret. Növbəti bölümdə görüşənə dək, özünüzə yaxşı baxın, Allah amanlıq.